Так, ребята, да, снова всех приветствую, мы находимся в Watch Dogs 2, и давайте сразу о делах насущных. Во-первых, я немножко графейчик пофиксил, что-то убрал, что-то добавил, ну, вроде бы, я не знаю, должно быть нормально. Так, у этого мы бабки забираем, больно много ему денег будет, мы их здесь заберем. Так, тут еще можно забрать, о, нет, тут какие-то латиносы, я не хочу с ними связываться. Вот, а, да, то есть, еще лаговало до кучи, потому что... Ой, порисовка-то какая мерзкая. А, лаговала, потому что у меня на ютубчик шла параллельно выгрузка. Так, качество. То есть у меня вот оно, видите, такое какое-то. Что-то я вообще нахрен выключил, что-то поднял, насколько можно. Вот так, ну вот не знаю, попробовать ли вот это. Ну, давайте попробуем. Не знаю, что получится. Потому что вроде бы разгрузилась система, без Ютуба должно повеселее работать. Но самое важное, что фан-то мы все равно будем получать и двигаться по сюжету. И теперь говоря о сюжете. Так. Да, сетевые операции нет смысла выполнять. Почему? Потому что, ну, они идут как регулярные задания, и они бесконечны. То есть, как бы, ну, типа, вот так вот, да. Дополнительные операции, они проходимы. То есть, вот там у нас с гонками какая-то есть, по-моему, вот это или... Ну, не суть, как... их можно пройти, да. То есть, дополнительные операции, они обязательны для выполнения. Но мы начнем вот с этой. Фальшивые пророки. Дедсек подвергся медиа-атаке, за которой стоит Нью Даун. Ситара в гневе и жаждет мести. И кажется, у нее есть свой план. Так, встретиться с Ситарой в хакерспейсе. Может, мы туда можем так переместиться? Да, можем, отлично, сэкономим время. Не знаю, как много займет прохождение этого задания, потому что, считаете, мы вот эту с машиной, так как она там, кибердрайвер или что-то типа того, там что-то серии 3, наверное, проходили, но, в общем, где-то на час у нас растянулось. Я их все выложил, ну, то есть полдня проебланил, чтобы просто, ну, не грузить систему, с лагами не играть. Нью-Дон решил сразиться с нами. Они убрали со всех крупных сайтов видео с вербовкой и обещают засудить всех, кто его хостит. У нас может стать меньше фолловеров. Чёртовы копирасты. Бесит. Бесит? Это мягко сказано. Нам объявили войну. Нахер цензуру. Эй, Нью-Дон мошенники. Богатеи выкидывают бабло на какую-то элитную хероту. Это нам на руку. Нормальные люди попросту не выступят на их стороне. Мы засунем их туда, где солнце не светит. Это куда? Вот засунем, тогда и поймешь. А. Их вымораживает, что мы используем запись со звездой Джимми Сиско. Начнем с него. Он их самый известный сторонник. Ну это Джимми Сиско. У меня в детстве были очки, как у него, и воротник. Я открытый рано наизусть знал. Чувак! И я, блин, у меня даже ланчбокс есть. Класс! Надёхонький. Давай, только не Сиско, кого угодно, ну, не его. Должен же быть другой способ. Ну, ё-моё. Он в городе, на съемках кибердрайвера. Да, кибердрайвер. Я подумала, может, поговорим с ним? Откроем ему глаза на Нью-Дон. И он перестанет быть таким уродом. А я смогу спокойно носить футболку с его портретом. Постойте, туда, где солнце не светит. Но секта же туда никак не поместится. Ладно, ладно, займемся, Сиско. У Нью-Дон есть компромат на всех звезд, правильно? Проверим локальный центр. Надо нарыть там его файл. Все за? Да. Я соберу своих, встретимся на месте. Засунем же их. Вы его слышали? Засунем. Они слишком долго терзали слабых и несчастных, прикрываясь маской религии. Церковь Нью-Дон Авера. В
Титулы в церкви продаются и покупаются. Преданность достигается шантажом и угрозами. Ньютон считает, что они вне закона. Мы изменим это. Дедсек раскроет тайны и истинную цель Ньютона. Вы с нами? Надевайте маски и приходите к центру Ньютон. Пишите комментарии их лидерам. С вашей помощью они получат наше сообщение. С нас хватит. Дедсек рассказывает правду. Решать вам. То есть они... Что, у них какой-то религиозный подтекст, что ли, есть? То есть я думал, это просто какая-то хакерская противоборствующая группировка. Рации, что слышно про Ньютон? Мы занялись ими в Чикаго. Затроллили. Знаешь, символика и дедсек. Пошумели, но без особых нападок. А нас решили запугать дедулей, похожим на полковника Сандерса. Типа, мы вторглись в частную собственность, и они сейчас собак спустят. Думали, блефуют? Ну, а оказалось, что нет. Привел собак. Свору здоровых питбулей. Никогда так быстро не бегал. Пронесло. Ага, ужас. Сел такой быстро. Так, ты что скажешь? Как дела? Нормально, наверное. Я думал про Ньютон. Они зомбируют людей. Это факт. И это страшно. А? Перепрограммируют. Стирают и записывают по новой. Заменяют личность. Трясет от мысли, что у меня в мозгах может копаться кто угодно. Да, всем уже много лет промывают мозги. Так что забей. Но как узнать наверняка? Слушай, поверь, ерунда это все. А парень параноик. Так, давайте с ним еще поговорим. А девка куда свалила, кстати? Ситара бесится, когда я троллю Джоша, но иногда он просто напрашивается. Я сказал ему, что Ньютон создает секретную армию хакеров-социофобов. Безмозглых ботов для свержения правительства. Он чуть с ума не сошел. Жестоко. Да-да, я знаю. Но ты бы видел его лицо. И вот правда, оно того стоило. Ладно, я ему все скажу. Честно. Тоже такой быстро подорвался, окей. Так, может мы что-нибудь крутое можем сделать? А, ну мы его разукрасить можем. Да блин, он что, дрожает с каждым разом? Почему мне снова на него не хватает? Понятно, все в бабки упирается. Ну ладно, неважно. Валим отсюда. Так, далеко ли нам идти? Да не особо. Может, ну, как-нибудь туда отправиться поскорее? Да ёб, блин. О! Да, отлично. Нам повезло, что там какая-то кофейня рядом. Что тут есть? Немножко денег. Выпить кофе? Ну, давайте. Когда мы уже наконец подсуетимся и добавим интернет в список основных прав человека? У людей есть телефоны, но как можно читать с таких маленьких экранов? Разве мы не достойны большего? Доступ к информации должны иметь все, а не только те, кто за это платит. Ой. Публичные библиотеки исчезнут, и куда потом ходить людям? И даже не заикайся про великий китайский фаервол. Можно контролировать информацию, но знающие люди всегда найдут способ обойти твою защиту, а потом будут просто в ярости. И лучше не злить этих ребят. Понятно. Это новости были, судя по всему. Ну-ка, брысь с дороги. Блин, я хочу на ней поехать. Ой! Oh, yeah.
Еще и листики с нее свалились. Вот это жесть. Ого, о да, детка. Здорово, ребят. Что, нормально я газанул, да? Все свалили сразу. Ой-ой, ой-ой-ой, что я сделал? Он взорвется? Надеюсь, нет. Просветление! Дорого и очень больно! Просветление! Дорого и очень больно! Ну что, хватит? Да. Ну что, пойдешь туда? Или... Пойду. Я и оделся, как в церковь. Класс. Просветление! Дорого и очень больно! Так, я пошел. Накопаю на Джимми, что смогу. Мы вот-вот сшибемся с этими мудаками. Не нужен любой компромат на них. Если мы хотим привлечь фолловеров, нужно создать резонанс. А может, тупо придумать? Если нас один раз поймают на лжи, Дедсек вообще перестанут верить. Не волнуйся, обоссутся, принесу их простыни. И вот наш Маркус с мега-метафорой. Рад служить. Так, я что-то задание-то не прочитал, что нам сделать надо. Тихо, тихо, тихо. Так, это нам не надо. Эй, чё за план? Погоди. Зараза. Сосредоточиться, ищем. Да вашу мать. Так, скачайте данные профиля New Dawn. А это где-то этажом выше, да? Судя по всему. А можем ли мы повыше вот сами забраться? А эта штука может подъехать? Да, может. Вы серьезно? Боже правый. Да, нормально. Чё? Надо опустить. Я сам туда залезу и подниму себя. Вот так вот, да. Все, поехали. Там кто-то есть. Да, тут есть я. Вот и все. А тут нечего делать. Да камон, да что, я просто так залез, что ли? Серьезно? И ни решеточка, тут ничего не открывается. Вот это жесть. Просто меня наебали очень жестко. Ой-оу! Ладно. Ну, возможно, с коптером там есть что делать. Или еще с какими-нибудь гаджетами, которые помогут забраться куда-нибудь еще. Это странно. А вот ноут я бы потрогал. В нем по-любому аудиозапись есть. Тихо. Нету! А, камон. Так, он ушел. Ну, раз уж я здесь, почему бы не попробовать все сделать самому? Фак, меня сейчас спалят. Тихо, тихо. Он меня не видит. Я вообще чудом супер ловко избегаю
Это еще что? Держи. Нужна помощь! Разгони! Да коман! Ждите описание объекта, прием! До свидания. Да, но я думаю, дальше уже бесполезно пытаться. Пытаться, может, на машинке туда или как? Но я пока только я один... пошел. Накопаю на Джимми, что смогу. Пока мы только один заход нашел. Мы вот-вот с этими мудаками. Мне нужен любой компромат на них. Если мы хотим привлечь фолловеров, нужно создать резонанс. А может, тупо придумать? Если нас один раз поймают на лжи, дедсек вообще перестанут верить. Не волнуйся, обоссутся, принесу их простыни. И вот наш Маркус с мега-метафорой. Рад служить. Тихо, тихо, тихо. Так. Едем, 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 пока нас никто не видит. И вот мы уже максимально близко. Только вот охранник меня этот напрягает. Вот этот-то ладно. Он, видимо, сейчас уйдет куда-нибудь в противоположный конец зала, а вот этот он явно стоит у компа. Так, благо он меня не видит за столом. Блин, второй идет. Денег сняли с него. Блин, как-нибудь бы вас отвлечь. На что-нибудь бы вас отвлечь. Ой-ой-ой-ой-ой! Фу. Должны успеть. Мужик, не поворачивайся, не надо. Блин. Блять. Так. Маркус слишком далеко. Это другая проблема. С другой стороны, они все ушли наверх. Свалите, блин. Ну выходите, раз. Эй, парень, ну... мы тебя не звали. Уходи. Да вашу мать, да дайте я пройду. Сейчас я тебе таких проблем. У нас год. Иди к тебе своей мамке, крышка. Пока по щам не надавал. Похоже, ему удалось уйти. Завязываем. Придушные, а. Ну, приплыли. Я такое никогда не пойму, если только в другой жизни. Так, много ли сюда народу набежало, у меня вопрос. Кто вот будет сейчас вниз спускаться? Да, есть такие. Блин, такой звук мерзкий еще. А если я встану сюда? Отлично. Отсюда тоже загружается. Лайфхак. Можно вообще с улицы загружать по-хорошему. Блин, отвлечь бы их как-нибудь, а? Тя. О,
О, вот и все, сейчас с улицы вообще без проблем все загружу. Давай. Потихоньку, понемножку. И... есть. Задача выполнена. Хе-хе-хе. Эти сразу телепортировались отсюда все. Молодцы, ребят. Моя супертачка отсюда пропала почему-то. Поэтому я беру другую супертачку. Народ, надо вербовать Джимми Сиско. У него траблы с церковью. Планируется срочный аудит. Аудит? Ему нужны его деньги? Еще бы! Но это совсем другая фигня. Они цепляют на себя провода от какой-то электронной херни и играют в психологов. Мило. Джимми ждет аудитора, а вместо этого дождется меня. Серьезно? Ты потянешь? Еще как потяну. Сначала задержим аудитора. Ему позвонит сам Джимми Сиско. Да, чуваки, вы бы слышали, как он говорит по Джимми. Усаться можно. Сейчас времени нет. На связи. Блин, это же тоже, короче, отсылка к этой церкви. Блин. Алло? Джейсон, слышал, ты у меня аудитор, да? Джимми? Да, да. Я как раз выхожу. Как дела? Плохо. Похоже, переел эмпанадос, друг мой. Желудок явно протестует против сегодняшней встречи. Сечешь? Да. Да, я понял. Жуткая, жуткая диарея. Да, я понимаю. Может, перенесем? Да, теперь придется. Я принял кучу таблеток. Скоро перезвоню, даю слово. Ладно? В норме. Ты там береги себя, Джимми. Попробую. Это же отсылка к этой, к реальной церкви. Забыл, как она называется. Там тоже совсем бабки дерут. Что, типа, если ты хочешь выйти на следующий уровень в этой церкви, то нужно платить деньги. Ну, как отречение от материальных ценностей. В ней еще какой-то известный актер... А, этот состоял из миссии невыполнима. Том Круз там состоял в этой церкви. Во, что я вспомнил. Ладно, двигаем дальше. По пути фармим бабки. Тебе водить учил? Это что значит? Как ты вообще живешь с такими куриными мозгами? Лодвелл Стэнли, Горгост, Дэнсек. Грин, Лиза, Ачу, Дэнсек. Абазина Билл, Клик-Стрик, Дэнсек. Лезут тут. Хм. Что-то подобрались. А, черт. Кто-то сливает данные членов Дэнсек. Что? Где? Я нашел телефон-автомат с каким-то железом. Он зазвонил, и на том конце включилась запись. Там было несколько имен. Стэнли что-то там, Слик Стрик, Набиль Азари. Авази. Да, я знаю Слика. Дело серьезное. Надо это быстро прекратить. Есть идеи? Может, снять это железо? Нет, оставь пока. Он перехватывает канал связи. Я смогу отследить исходящего абонента, но чем больше линий, тем лучше. Ясно. Поищу еще автоматы с железом. Доступна новая операция, игра в имена. А тут с кем поговорить? С Нудлом для контроля дороги. Когда я еду, он мне говорит, как быстро двигаются машины. Эй, Ретро, чё как? Все путем, как сам. Хотел с братом встретиться, но он не пришел. Кажется, у нас есть кое-что для Дэдсек. Да ты что? Слушаю. Он уже много лет берет травку у Шу. Подружился там с парой ребят. Слышал, что они с братвой задумали сбывать кое-что вместе. Думаю, тут Дэдсек нечего им предложить. Не наркоту. Они хотят продавать людей. Ага, это все меняет. С чего мне начать? Я пришлю адрес, где зависают Шу. А там уже спросишь. Что? Выпить пиво? Ну-ка, налей-ка мне. Маркус, фолловеры все прибывают. Теперь Блюму придется шевелиться. Я не понимаю, как им дали захватить такую власть? Мы с детства читали книги про большого брата, полицию мысли, предпреступный отдел.
А теперь это все вокруг нас. Благодаря Блюму и их CTOS. Писатели давно все предсказали. Но все повелись на красивый дизайн и маркетинг и купили троянского коня. А главное, CTOS действительно делает то, ради чего создано. Мы боремся с системой, которая на первый взгляд помогает людям. И только на второй вредит. Нас легко выставить негодяями. У меня к тебе вопрос. Какой у DedSec доступ к CTOS? В других городах к CTOS 1.0 был почти полный. Отстой, тогда мы лоханулись. Упустили шанс сделать что-то серьезное. Что касается 2.0, мы первые, кто рыпнулся, и пока Блюм на шаг впереди. На этот раз они были готовы. Когда я думаю, что DedSec просто тема для брифинга в Блюме, мне как-то не по себе. Ничего, они еще подчеркнут нас красным маркером. Что у нас тут какое-то задание нарисовалось, какие-то телефоны найти? Я тут узнал о вечеринке у китайцев и братвы. Почему ты так хочешь разозлить сразу две группы убийц? Я мститель, их все любят. На самом деле мнения о них противоречивы. Не у фолловеров DedSec. Мы портим жизнь плохим ребятам, мы получаем подписчиков. Все просто. Звучит логично. Наведусь к Шу и узнаю, что они задумали. Вон, доступна новая операция «Тени». Ну-ка. Куча операций. Но мы-то выполняем фальшивые пророки. Так, что у нас тут найти надо, я не понял. Ой. А, телефон звонящий. Где он? Вон он. Один есть. Так, где ты еще? Скучаю по тебе. Тоже. И все? Тоже? Ох. Как насчет скучаю по тебе? Ха. Теперь бесишь. Хм. Ну что-то я пока не могу найти телефоны, которые бы тут звонили. Или тут один в районе был. А это у нас вообще к какому заданию имеет отношение, так между делом говоря? Тени, наверное, да? Или нет? Ну не знаю. Ну давайте продолжать двигаться по... Где? Вон, фальшивые пророки, отслеживать задания. Указать на карте. Так, все, пошли. Эх, ладно, пусть идет. Не будем деньги собирать у нее. Ты что за хер стоишь тут? Йо, Гул, ты как? Я стырил для тебя кое-какие шмотки Нидон. Надо ж соответствовать. Класс, спасибо, чел. Не за что. Покажи им там. Ебать. Нас что, сейчас оденут как поехавшего? Оу. Ха. Not bad. А, мы же типа аудитор.
Да? Я Джейсон Лоуэлл. Я аудитор. Так, Джейсон Лоуэлл. Я слышал, ты лучший. Проходи. Чёрт, ты... Какой теплый прием. Итак? Ладно, приступим, что ли? Джимми, мне сказали, что ты сомневаешься в нашей церкви. Расскажи-ка мне об этом. Сомнение, ну... Сомнение... Это сильное слово. Просто немного не хватает вдохновения. Джимми, не надо. Не замыкайся в себе. Ты прав. Ладно. В общем, ходят слухи об этом месте, куда забирают тех, у кого есть проблемы. И оттуда не возвращаются очень долго или вообще никогда. Да, я слышал эти слухи. Это же только слухи. Это все? Проблем не будет? Из-за правды? Да нет. О, спасибо, клянусь, я тебя не подведу. Да, еще кое-что. Мне надо уничтожить эти сплетни. Ты знаешь, где находится этот лагерь? Я не знаю. Надеюсь, никогда не узнаю. А название знаешь? Да, Красная комната. Вроде Красная комната, да. Да, чел, и вот еще что. Твои последние фильмы — унылое говно. Соберись. Не вешай нос. Пока! Блин, он на Тома Круза похож. Бал запрещал мне пить. Прям прямая отсылка. Я ведь не псих, да? Как думаешь? Так, я понял, как можно утопить Нью-Дон. Но не хватает главного. Джимми Сиско боится какой-то красной комнаты. Джимми Сиско и красная комната. Похоже, это реабилитационный центр, куда отправляют ненадежных. И оттуда не всегда возвращаются. Если они похищают людей, у нас будет веский повод. Тут я мало что могу. Попросить друзей? Не, я сам. Черт. Миранда слушает. Да, это я, Маркус. Маркус? Холлоуэй? Откуда у тебя мой... Да, я забыла. Мне нужно кое-что. Про Нью-Дон. Слышала о красной комнате? Миранда? Пришлю тебе адрес. Встретимся там. Мне бы инфу. Спрятаться в машине. Так, поехали туда. Всем правильно едем. Так, Noodle Maps. Оу. Ну, не близко. Но мы доедем. Да, через полкарты. Ну как через полкарты? Я, конечно, чуть преувеличился слишком сильно. Но приехать придется, ничего страшного. Я все еще не знаю, на какой клавиши у нас ручник, но точно не на пробеле стоять. Я думаю, успеем выполнить еще это задание. Пока что всего минут 30 наиграли. Я и на месте. Остановите машину! Остановил машину.
Все окей, не ссыте. Так, ну рассказывай про красную комнату, чё. Ну что опять? Мы решили прижать церковь. Кто мы? Дедсек. Так и знала. Мои друзья мечтают засадить Дедсек за решетку. Люблю движуху. Забыла? Что-что? Помню, в свое время ты зубами рвала Нью-Дон. Но я знаю. Теперь ты советник. Нет. Давай без этого дешевого, ты продалась. Эти твари буквально каждый день портят людям жизнь. Они опубликовали записи моих операций. Но знаешь, срать я хотела. Мне скрывать нечего. Но ты прав. Теперь я советник и мало что могу. Поэтому хотела встретиться. Нужна моя помощь. А тебе моя. Плюс, я закончу это дело. Первое. Не путай, Нью-Дон — это не церковь. Это преступная организация. Я достала записи о всей их недвижимости в заливе. И кое-что не сходится. Вон там. Хм. Числится как образовательный центр. Двери заперты. Внутри тишина, только охрана шастает. Но похоже это на образовательный центр. Скорее на преобразовательный центр. Я буду тут. А ты осмотрись. Спасибо тебе. Да, я вспомнил, что в этой церкви и говорилось. Блин. Маркус, встретился с Мирандой? Да. Место, судя по всему, то. Но вот что это за место? Ясно одно, они что-то скрывают, и... Попробую найти комп и глянуть, что к чему. Да, что у той церкви, про которую я не могу вспомнить, у них тоже было такое исправительное учреждение, вот, куда они ссылали, так скажем, людей, которые представляли для них опасность. Да фак. Понятно. Не удалось. Ух. А может мы можем как-то по периметру сразу Маркус, половину обойти? С Мирандой? Да. Место, судя по всему, то. Миранда, вот кстати, чернодевка оказалась. Ясно одно. Они что-то скрывают. Я прям сразу заподозрил. Попробую найти комп и глянуть, что к чему. Man. Так, пробраться туда просто так непросто. Может, конечно, вот с горочки спуститься. Лол, кек. Ох, кто-то с горочки спустился. Но я думаю, это мы на этот раз будем. Опа. О, там кто-то зелененький сидит. О, ключ доступа мы получили. Кто бы мог подумать. Тыкс. Поизучаем, чё, кого тут. Возможность взрыва. Охренеть. Так, что нам тут поделать можно? Так, ну вроде мы тут достаточно закрыто сидим, нас не должны найти. Ой, где я? В
текстурленде каком-то. Тихо, тихо, тихо. Другими путями-то мне не подзабраться туда, да, видимо? Стреляй в меня. Я знаю, что ты меня слышишь. Тихо, тихо, тихо. Эй, не хватает же... А! О, здрасте. Тихо. Ха, слышали? Потихоньку, понемножку. Здрасте. Мы тут вам подключимся немного. Передача-то идет? Джимми Сиско, похоже, ты был прав. Привет, Маркус. Место то. Джимми Сиско привезли сюда. Если я его вытащу, спрячешь его? Еще бы. Буду наготове. Да, судя по всему, вот тот зелененький маркер — это тот, кто нам нужен. Бежим. Сейчас чудо-машинка-спаситель придет на помощь. Судя по всему, нам сюда. Так. А как нам Маркусом тут пробраться, интересно? О, боже мой! Хе-хе-хе-хе-хе. Здрасте, молодой человек. А что ты тут делаешь уже? Кто это? Все, ладно. Миранда, Сиско идет к тебе. А ты как? Сам выберусь. Ты его прикрой. Ладно. Да, было круто. Нет, мне не забраться обратно. Типа меня как будто здесь не было. Вот и все. Надо было у них тачку еще подрезать, чтобы совсем по-хорошему. Хотя... Вперед. Отлично, стой! Стой! Зараза! Я тебя просто вытащить оттуда хотел. Отлично. Вот это угон. Ты моя. А что, все, мы завершили? Маркус, Джимми в норме. Спасибо тебе. Бегал-то в основном ты. Он хочет поговорить. Маркус, если ты Маркус, я хочу сжечь их и знаю, с чего начать. Встретимся у храма Ньютон. Эй, ты бы написал заявление. Церковь удерживает пленников. Есть запись. Выпустим ролик, чтобы все узнали. Что еще нужно? Я покажу тебе самое сердце культа. Их реликвии. Подлинные. От таких предложений не отказываются. До встречи. Ну,
Ну, как скажешь. Так, это нам куда? Блин, мы уехали вообще в обратном направлении. Были, в принципе, недалеко. Ну ладно, поехали, чё. Я думаю, быстро доедем. Тем более, мы можем срезать по бездорожью до кучи. Там мы ее так запачкали, пока ехали, а что-то... Ох, не обратил внимания, была ли она такой грязная, или это мы... Ох, что-то с текстурами такая-то вообще беда-бедовая. Посмотрите на эту дорогу. Что-то вообще... Ну-ка, надо что-то с этим делать срочно. Качество. Вода, отражение, ну ладно, тени... Это перезапуска требует, растительность. Она спасет. Блин, не знаю, что тут еще можно добавить. Да. Судя по всему, выбор невелик. Придется довольствоваться этой потрясающей землей. Конечно, жесть полная. Причем, как бы, непонятно, зернистостей какой-то не хватает или не хватает каких-нибудь теней, ну, и благо я просто... Даже какое благо? Ну, короче, я не разбираюсь. Факт. Пока что мы просто пытаемся заехать в гору. И этот внедорожник с этим справляется, на удивление. Тут посреди дороги нашли у кого бабок отжать. Что это у нас булькает там, как будто что-то сломалось в машине. Ну ладно, это, видимо, лишнее, что выпадет, когда надо. А тем временем, всевозможно скорачивая путь, мы уже доехали. Здрасте. Ой. Еще это кто там взвыл? Тут не проезжая часть. Ну как не проезжая? Тут прилегающая территория. Можно, в принципе, останавливаться. Это что это у тебя? Ты что за хер? Носит экспериментальные зубные импланты. Ну, понятно. Какой я нахрен динозавр возраст? Снова запуск. Галилей без дела не сидит. Пс. Эй, это я здесь. Джимми Сиско. Я маскируюсь. Да, я вижу. Красиво, да? Фундамент этого дома — ложь. И пришло время для исповеди. Открытые раны 3. Современная классика. Классика. Прости, парень, не знал, что ты такой фанат. Да-да. Да, был. Да. Налажал я капитально, правда? Похоже, судьба у меня такая. Но всегда можно начать сначала. Сейчас, здесь и сейчас. Mm-hmm. Ну, может, не совсем здесь и сейчас. Не знаю, смогу ли я вернуться туда. Не знаю. Все хорошо. Скажи, что искать, я сам. Ну да. Так, слушай, там есть лифт. На нем спустишься в подвал. В подвале комната, а в комнате в этой... Древние шумерские таблички. Говорят, что их написал сам визитер. Эй, нет, я серьезно. А они убийственно серьезны. Ладно, я тебе верю, правда. Ага. Если нужно что-то еще, ты скажи.
спросим дорогу у кого-нибудь. Нет, просто не дергай меня 5 минут, ладно? У меня есть карта. Так, банда, я проникну в храм Нью-Дон. А Джимми согласился зачитать сообщение для ролика. Найдешь сокровище? Стартуем. Береги змей. Там всегда есть змеи. Это не тот храм, Рэнч. Что? Не исключай змей. Я учту. Кремниевая долина, значит, да? Надо было на моторраге ехать. Там хорошая внедорожная моторрага стояла. Не знаю, почему не воспользовался столь уникальным шансом. Ну да ладно. Раз уж я прошел половину пешком, придется доходить дальше. Спуститься в подвал храма. Ну, окей, окей. Почему бы и нет? Что там, копы пасут? Ну, вон, да, вижу, стоят. Опа, и поехали, поехали. Вон они едут. Такс. Такс. Че, поблизости точка? Все, что ли? Или нет? Ну ладно, разберемся там. Судя по всему, это не она. Ножки промочим немного. Нужна помощь? Это с обратной стороны, судя по всему, да. Что за звуки? Ты у таблицы? Так, ребята, у нас нарушение. Да ёпта вашу мать. Есть описание объекта. Ждите подтверждения. Высылайте отряд. Бога Чака. Понятно все. Так, последнее автосохранение. Надеюсь, мне не сверху надо будет оттуда катиться. Нет, благо отсюда. Поближе. Так, банда, я проникну в храм Нью-Дон. А Джимми согласился зачитать сообщение для ролика. Найдешь сокровище? Стартуем. Береги змей. Там всегда есть змеи. Это не тот храм, Рэнч. Что? Не исключай змей. Я учту. Так, это что там показано такое интересное? Раскраска. Как бы сейчас так поближе подобраться, чтобы машиночку нашу чудесную использовать. А мы можем ее как-нибудь прокачать? У нас нет очков, да? 0 очков, потрясающе. Она со временем встать. Нужна помощь! Да фак! Цель движется! Скоро вышлем описание. Блин, это было супер тупо. Так, банда, я проникну в храм Нью-Дон. А Джимми согласился зачитать сообщение для ролика. Найдешь сокровище? Стартуем. Береги змей. Там всегда есть змеи. Это не тот храм, Рэнч. Что? Не исключай змей. Я учту.
Так, ну краску не надо по новой брать, все-таки нам ее зачли. Так. Снова добрались сюда. Туда-сюда. Тихо-тихо-тихо. Что это значит? Почему он красный? О, может взорваться, да лучше не надо, конечно же. Блин, как же нам туда пробраться-то? Так, я думаю, здесь мы в безопасности сможем порулить. Едем искать ключ доступа тогда. Здесь его нету. Такс. Где же он может быть? По-любому где-нибудь ноутбук какой-нибудь валяется. Мы же с ноутбука обычно считывали, насколько я помню. Ну, что-то как-то нет в этот раз, видимо. Ну-ка, не смотри на меня. Так, во, наверное, здесь, да. Здесь этот ключик нарисован. О, боже мой. Тихо. Камень сразу сходит. Да, ладно. Так. Не трогай меня. Охереть. Это ты как сделал? Интересно, откуда? Охренеть. Блин, вы бы в дом этот вбежали, что ли, а? А то вот мне в прошлый раз, когда я проходил, повезло-то на предыдущем задании, если быть точным. Взяли, сами дверь мне открыли, я просто зашел и все. Не надо даже ключ было искать. Так, что у меня там, автомобиль не восстановился еще? Увы, нет. О, открыл дверь. Отлично, да ты красавец. Отлично. Открыли мне дверь. Отлично, отлично. Так, вот там только хер идет один, а. Их двое даже выходит внезапно, так, на минутку. Так, листик к руке прилип. Ну давай, выходи, последний остался. Давай, 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 вали отсюда. Или ты здесь патрулируешь? Ага, походу нет. Нет, отлично. Да, а! Сука. Да мне почти повезло.
ладно. Где-то там вот этот нам нужный ключ, значит, да? Тихо, 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 тихо. Где-то вон камера. Нет, не та, другая тут должна быть. Камера в здании, точнее, если быть точным. Так. Ой, фак. Тихо, тихо, тихо. Что за звуки? Ты у табличек? А, прости. Да, отлично. Нам вообще люто вкатило. Быстрей, 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 быстрей. Yes. Выполните обход защиты. Да блин, нас палят вообще супер люто со всех сторон. Может, нам вот это поможет в таком случае? Или нет? О! Ну-ка. Че же у нас там? Опа! Так. И чё? О-о-о-о! Здрасте, мордасте. Да. Еще не, о, господи, еще здесь. Вот, другое дело. Блин, их же разблочивать надо, я забыл совсем. Да, вот так это делается. Так. Здесь, 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 здесь. Ага. Так. Thank you.
все. Ай да я. Это личный лифт Джимми. Я нашел потайной лифт. Это ты меня так подкалываешь? Нет, правда. Добро пожаловать на 5-й уровень. Поздравляем вас с духовным вознесением. Да, машинка молодец. Сейчас лифт вернется к нам. И спустимся по новой. А вот нет, не видишь, не видишь, бе-бе-бе. Маркус расслабился, повязку снял, в полный рост стоит. Сейчас вы видите перед собой бесценные сокровища Нью-Дон. Основа всей их религии. Множество древних шумерских табличек. Тут куча странной фигни, но это крышеснос. Им место в музее. Кто дал церкви право скрывать все это от нас? Сейчас узнаем. О, написано не трогать. Но так хочется. Ну я быстренько. Сколько же тут истории? Я так рад, что хоть как-то причастен. Не-не-не-не-не-не-не! Это фальшивка. Полная херня! Люди идут в Нью-Дон, платят миллионы баксов, чтобы увидеть эти фальшивки. Как и все, что обещает эта церковь. Да, так-то лучше. Я домой. Охренеть. Ну-ка, тут что? Вторая табличка определила, что есть магнетизм. Задолго до Уильяма Гилберта с его ложными методами. Шумерам сказали, что магнитные волны распространяются из дома визитера и странствуют от планеты к планете, притягивая их друг к другу и создавая системы. Здесь, на Земле, мы видим доказательства. Шумеры знали, как использовать и изменять эти волны в своих целях. Где же это знание? Как нам вернуть его? Мы перевели первую табличку. Она гласит: «Великая Земля источала жизнь, тело ее было зеленью. Широкая Земля покрыла себя серебром и лазуритом. Украсила диоритом, халцедоном и бриллиантами». Визитер покрыл пажити своей неотразимой сексуальностью, открывшись во всем величии. Последний визитер соединился с широкой землей, заронив семя. Земля же после этого породила растения жизни и корни науки. Все, идем дальше. Третья табличка рассказала нам об устройстве, что позволяло шумерам открывать окно в другие измерения. Сначала мы сочли это метафорой, но описанные методы подтвердили и научные эксперты Нью-Дон. Нам под силу воссоздать это устройство, но у нас нет ключевых компонентов, их можно найти только в космосе. О, Господи. Четвертая табличка говорит о Нью-Дон. Мы последователи визитера. Мы уникальны по форме, но у нас единая цель. Все мы — семена визитера. Мы цветем и возрождаемся. Мы тянемся к небу душой и телом. И настанет день, когда мы сможем добраться до другого мира и засеем собой другие галактики. В тексте табличек скрыта история о конце света, что настанет через триллионы лет.
когда все мы объединимся, став началом начал, визитером. Все, поехали. Парни! Парни! Сюда! Трепещите! Нью-Дон! Датсек досконально изучил деятельность Нью-Дон. Коррупция и криминал – вот их основа. Они скупают чужие личные данные, чтобы лучше знать своих врагов. Возможно, у них есть досье и на вас. Все, что мы смогли найти, будет доступно на наших каналах. Читайте, проверяйте. Вы придете к тому же выводу, что и мы. Нью-Дон — это преступная организация, целью которой является запугивание собственных членов, а также дальнейший шантаж и вымогательство. Нужны доказательства? У нас особый гость. Привет, я Джимми Сиско. Я снимался во всяких крутых фильмах, пока Нью-Дон не промыли мне мозги и не заставили плясать под их дудку. Когда у моих друзей появились вопросы к церкви, они пропали. Я спросил о них. Меня фактически похитили и заперли. Сообщаю, что полиция уже начала расследование. Знаете, в чем секрет церкви? Что за двери номер 5? Пусть мои друзья из Дэдсек покажут вам. Дэдсек рассказывает правду. Решать вам. Да ладно, парни. Хоть спасибо скажите. Воу-воу-воу-воу-воу! Фух. Надо сваливать, короче. Фак, вызвано подкрепление, сука. Сейчас валим по-быстрому. Вот и все. И выходим за границу. Звоночек нам будет какой-нибудь? Да, а, во, отлично, фальшивые пророки, выполнено. Блять, я опять случайно нажал. Да сука! Хотел закрыть телефон, блядь. Да. Доступна новая операция. Беззаконие и порядок. Доступна новая операция. Время творчества. О, господи. Как же я так мог опять протупить, блин, а? Надо вот мышкой нажимать в дальнейшем. А, это сетевые операции добавились. Ну, понятно. Ну, в принципе, вот, закончили фальшивые пророки, а на этом тогда мы и серию закончим, и увидимся в следующей. Всем пока!